Находясь в здании суда, а также возле него, женщина применила насилие в отношении двух инспекторов ДПС. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном производстве. По ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Читать научили тебя в школе, нет? Научили. Подождите, не перебивайте.